любопытно, что это будет. Любопытно все-таки. Не вынесла душа поэта. Алена, вернись, я все прощу. Зачем прощать? Подземные воды. И, соответственно, получаете прям сильные-сильные выходы. Но... Вот он прям сильнее стал. Они, вот они очень неравномерно бьют. То есть это, вот, это не бывает так, чтобы он вот одинаково. Если бы он бил одинаково, он бы просто стоял на месте. А это вот именно вот из-за того, что он почему-то у них там то ли внутренние полости и так далее. Там речка чистейшая. Ну прям вообще. Сейчас поедем дальше. Вот, а что, ну смотрите, кто что-то нафотографировался, кому как что нравится. И поехали в сторону уже Юрова. Сейчас у храма остановим. Из-за света он все так долго продержал? Пока протокол вышел, пока проверил документы. Но... Три больших восклицательных знака жирных. Довольные. И хочет купаться, я смотрю, в воду. Все красиво. Яркая такая красная. Вот, да, как раз на нее солнце упало. Она как раз в солнце, да. Хочу болото сфотографировать. Здесь, да. А там вообще как-то и черника есть. Интересно. А там черники нет. Ну да, туда весь, ну, весь колхоз туда едет и стоит вот сейчас. Да, вот да, да. Они сейчас нырнут. Сейчас все поедут. Вынужден очень много идет. А тогда было, знаешь как, вот я поэтому тебя не спрашивала дорогу. Во-первых, у нас возили на УАЗе, прямо на УАЗе. Вот сейчас, и проехали по на легковушке. И вот было, знаешь как, вот здесь видно такое хорошее место.
это да. Здесь смотри, как тоже. Как 3D-графика. 3D-изображение, серьезно, по-другому никак. Никак не понимаешь, да? Какая 3D-графика не сравнится с таким. Поближе можно? Бак, возьми одну бутылку. Сынок, смотри на меня. Вот так стоит. Ой, сын, там если туда ножками упасть, то очень глубоко можно упасть. Там очень-очень-очень мягкий песок. Мама как маленькая, не может в кадр смотреть. Потому что они меня дергают оба. Ну давай еще. Все нормально. Идем, Дмитрий. А где Саша? Ушел. На, дай. Ты не умоешь, там их не умоешь. Мне кажется, они в Юло уже купались. Это Юлова. А это Юлова. Вот это Юлову помыть. Попыть мне много пива. Давай, ты глоточек. Зачем ее пить надо?